Здравствуйте, это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии – атаман Якутского окружного казачьего общества, Якутский казачий полк, советник главы Якутска, член Общественной палаты Республики Александр Канин. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие телезрители. Рады приветствовать вас в нашей студии. Александр Николаевич, вы потомственный казак и возглавляете Якутское реестровое казачество уже более 14 лет. Вас назначили именно в тот момент исторически, который был проблемным, да, на том этапе. И вот как вам удалось урегулировать эту ситуацию? Ну, во-первых, в 2004 году, работая помощником президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Шестурова, он знал, что я родовой и потомственный казак. А в этот период были в Якутии несколько полков, несколько атаманов, и все друг с другом воевали. И в один прекрасный момент ему надоело, и он сказал, поручил мне заняться этим вопросом, ну, навести порядок, урегулировать вопрос. Первым делом, что мы сделали, я поехал в Москву и встретился сегодня ныне покойным, а тогда советником президента Российской Федерации, генерал-полковником, героем России Трошевым Геннадием Николаевичем. Он был советник по делам казачества. И через 3 месяца Геннадий Николаевич приехал к нам в 2004 году. И благодаря его поддержке мы создали из многих осколков, то есть казачества, которые находились здесь в республике, создали реестровые якутские казачий полк, плюс одновременно создали фонд развития казачества. Потому что, когда мы проанализировали работу казачества, так и поняли, что все беды шли от того, что атаманы делили деньги. Угу. Тогда и охраняли, и объекты, и так далее. Очень много то есть сделали для того, чтобы казаки могли зарабатывать деньги. Вот атаманы делили, и из-за этого были все беды. С этого момента, когда в 2004 году мы создали полк и создали фонд развития казачества, атаман Якутского казачьего полка к деньгам никакого отношения не имеет, а все денежные средства, которые зарабатываются казаками, которые выделяются, то есть идут через фонд развития казачества, который успешно сейчас тоже существует. Вот на будущий год мы будем отмечать, в сентябре мы будем отмечать на будущий год 15-летие, то есть реестрового казачьего полка. Александр Николаевич, ну, к сожалению, не все жители республики осведомлены о работе казачества. Вот что входит в полномочия? Вот у нас здесь находится 3 казачьих подразделения. Угу. Это реестровый полк наш, теперь Козыря подразделение, по вертикали оно не структурировано, и Бондарево, это относится, два общественных полка, которые относятся к Союзу казаков России. Значит, наш полк в 13 районах республики находится, наша команда, насчитывает 650 человек, которые вошли в реестр. Вот в этих командах чем мы занимаемся? Во-первых, первое и основное, и с самого начала создания, то есть у нас основная работа была с детьми по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Угу. Больше в некоторые, в хорошие, добрые времена у нас доходило до 1500, почти до 2000, то есть детей, потому что при каждой команде прикреплены от 100 до 120 детей с разных школ, так с 5 по 11 класс, включительно, где мы проводим военно-патриотические занятия, где мы проводим военно-полевые сборы и так далее. Вот это основная задача. Но в то же время вот, в 13 районах республики находятся наши команды, ну и живут в тех поселках, где сегодня нет ни участковых. Угу. Здесь мы занимаемся функциями, то есть охраной общественного порядка, потому что единственной структурой, структурированной в момент массово-политических мероприятий, у нас в 5 районах находятся добровольные пожарные дружины, потому что там тоже пожарных команд нету, и вот их задача, то есть локализовать пожары и так далее до приезда с районных центров и так далее пожарных команд. У нас есть договор также с Министерством охраны природы. Мы охраняем биоресурсы в летний период и так далее. То есть вот, ведем охрану биоресурсов. У нас работа с наркоконтролем, договор заключен с наркоконтролем. И вот тот период, когда
начинает цвести вот эти вот всякие травы и так далее. То есть тоже помогаем по осуществлению. А есть какие-то случаи вот, в голове, может быть, так вот, да, когда казаки действительно реально вот, помогли локализовать пожар, который мог все-таки стать больше там какой-то трагедией? Я вам скажу, в Татинском районе очень много случаев, так, таких, где добровольные пожарные дружины локализуют. Вот в Марковке, например, в Мирнинском районе, там пожарная команда 2 года назад, по-моему, школу спасла. Почему? Потому что, ну, то есть локализовала пожар, пока приехали пожарные команды Смирного и так далее. То есть, ну, много таких случаев, потому что кроме них в селе никого нету. То есть. И поэтому первые действия, которые они делают, готовятся эти команды, их экипируют, и им дают определенные средства тушения пожара. Так. Но единственное, что я всем хочу сказать, что мы работаем бесплатно, без оплаты и так далее. Так же, как и добровольные народные дружины и так далее. Александр Николаевич, сколько насчитывается казаков реестровых в республике? 650 человек. 650, а представители каких национальностей? Я вам сразу скажу. У нас 42%, 42% родовых казаков, у которых род длится с 1600-х годов и так далее, и так далее. Такие, как Сафронеевы, Прокопьевы. 42% якутской национальности. Родовые, при том родовые, мне кажется, не бывает. По 300, по 400. По 400 лет, то есть роды вот эти, так. Ну и также любых других национальностей. Кстати, казачество как таковое не мононациональное. Казачество испокон веков жило на границах Российской империи, и поэтому им разрешалось жениться на инородках и так далее, то есть обзаводиться. И поэтому, вот посмотрите, так же как ямщики, казаки все у нас практически все разговаривают на якутском языке, потому что воспринимают эту культуру, где живут, где работают и так далее, и быт и так далее. Я говорю, 42% у нас коренной национальности. Александр Николаевич, давайте немного поговорим о законах. Вот о федеральном законе, о новом, да, о государственной службе российского казачества. Что изменилось в службе с принятием этого закона? Ну, в общем-то, серьезного такого ничего не изменилось, просто это рамочный закон. На основании этого рамочного закона мы должны в регионах принять уже свои законы. Почему? Потому что более детально, федеральный с федеральным, он в определенные рамки. Я сразу хочу сказать очень многим скептикам, особенно в Якутии у нас, есть люди, которые говорят, вот почему деньги дают и так далее. Закон не подразумевает ни выделения денег, ничего. Вот я до этого сказал вам о том, что ДНД занимаемся, в пожарных дружинах, то есть с детьми занимаемся и так далее. И нас, мы ничем не защищены, это все на общественных началах и так далее. Вот те законы, которые принимаются, мало ли что случится, может, на охране общественного порядка или что-то, вот он, может быть, и членов семьи этот защитит. Вот чисто рамочный закон. Мы вообще, интересная ситуация. В 2009 году мы первые в Сибири приняли в первом чтении закон о казачестве, так? И он так в первом чтении и остался до сегодняшнего дня. Сейчас в Дальневосточном федеральном округе во всех областях приняты законы по казачеству, а у нас только-только-только еще мы пытаемся рассмотреть. Вот в летний период мы в 4 районах общественными палатами на местах обсудили этот закон, в городе Якутске обсудили в общественной палате и также в общественной палате республики обсудили этот закон. В декабре рассмотрели наш закон на комитете Илтумена. И вот он должен был нестись. Не связано ли это, вот его так и не приняли пока, с тем, что приняли, как раз таки вопрос финансовый именно? Не с этим ли в первую очередь связано? Там даже ни одной строки, ни одного подраздела в этом законе нету по финансированию. У нас сегодня люди работают, я вот сразу говорю, что из 650 казаков, которые в реестре находятся, то есть безработных нет. Кто-то работает, все, кто-то где-то работает. Так. Мало того, что у нас много сотрудников внутренних дел,
сотрудники МЧС, ГИМС и так далее, то есть они уже выполняют государеву службу. Мы же не говорим, что за то, что он казак, ему еще доплачивают за это. То есть, а мы просто рамочный закон хотим принять для того, чтобы обезопасить вот на тех, какие вы еще общественные объединения можете назвать, которые бы занимались охраной общественной порядка. Александр Николаевич, но тем не менее, данный законопроект вызвал определенный резонанс со стороны общественности. Есть противники. В чем их позиция вообще заключается? Вот я удивляюсь от этим противникам. Эти противники говорят так: вы нас почти 400 лет, то есть угнетали, да, нагайками били и так далее, и так далее. Ну, во-первых, не было такого, так? Во-вторых, да, Якутский казачий полк в силу своей удаленности от границ выполнял, ну, скорее всего, не полицейские, а функции такие, сопровождал груза, сопровождал золото, сопровождал пушнину, вы знаете, Иркутский тракт был и так далее, так? Но он никогда не охранял ни лагеря, ни этот, охранными функциями вот такими вот не занимался, так? Мало того, что легендарный 42-й Якутский казачий полк, который в Георгиевском зале прописан золотыми буквами, это казачьи. 42-й казачий, Якутский казачий полк. Александр Николаевич, пожалуй, последний вопрос. Ага. 15 февраля в Москве пройдет первый большой круг российского казачества. Что планируется обсудить и поедет ли делегация от реестровых казаков? Ну, вот у нас 11 реестровых войск. 11 войск, так? Вот на этом объединительном круге мы подчиняемся департаменту народов Российской Федерации, так? Мы хотим вот объединиться, хотим создать свой штаб. Я думаю, что, скорее всего, наверное, Владимир Владимирович выступит перед кругом, там порядка 3500 делегатов будет. Это объединительный круг, будем единый штаб создавать. То есть у казаков будет единый штаб, единого войска, то есть казачьего. Вот эти вот задачи, 3500 делегатов, 10 делегатов едут с Дальневосточного округа, то есть атаманы с мест, и атаман войска едет. Вот тоже мы будем представлять. Сколько человек поедет от нашей республики? Один я только. Вы один поедете? Атаман, да. Александр Николаевич, большое спасибо за участие. Беседа была действительно интересной. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии был атаман Якутского окружного казачьего общества, Якутский казачий полк, советник главы Якутска, член Общественной палаты республики. Удачного вам дня, не переключайтесь. Спасибо вам.